26 октября завершился 6-й Бакинский международный гуманитарный форум на тему «Сформируем новый мир и нового человека. Творчество и развитие человека». Подводя итоги форума, министр культуры Абульфаз Гараев сказал, что в двухдневном международном мероприятии приняли участие более 580 представителей из свыше 90 стран и 24 международных организаций. Инициаторы форума, проводимого 2010 года, президент Азербайджана и России. На форуме были обсуждены важные вопросы, беспокоящие наш современный мир. Отметив, что речь президента Ильхама Алиева на открытии форума вызвала большой интерес, министр сказал, что участники, в частности, получили подробную информацию об экономическом развитии, толерантности в Азербайджане. Проведение форума в Баку представляет особое значение с точки зрения представления миру азербайджанской модели толерантности. Выразив признательность всем гостям, министр пригласил их принять участие в 5-м Всемирном форуме межкультурного диалога, который пройдет в следующем году. Севда Джафарова, Шакир Гурбанов, Гумбат Мамедов, Азертач.